Студенты отмечают свой традиционный праздник по всей стране. В вузах Самары целый день проходят гуляния, торжественные и спортивные мероприятия. А православные вспоминают святую мученицу Татьяну Римскую, которая считается покровительницей всего российского студенчества. Съемочная группа телерадиокомпании «Губерния» тоже присоединилась к празднованиям в разных университетах города. Традиционный напиток – медовуха. Ну а куда же без нее в день всех студентов? Разливается по кружкам. В Самарском государственном техническом университете настоящая феерия, праздник которого ждали. Аудитория заполнена до отказа. Но на этот раз сюда пришли не учиться, а отдыхать. В этой среде действительно набираешься молодости, энергии, и с ними никогда не стареешь. Студенты – это энергия, энергия страны, энергия народа, это интеллектуальная элита, которая растет сейчас в политехе. А мне, как выпускнику факультета пищевого производства, вдвойне приятно, потому что вот эта вот медовуха готовится именно у нас на факультете, очень вкусная на самом деле. Поздравляем всех студентов с праздником, всех Татьян с праздником поздравляем. Бабуля, Татьяна, поздравляю. Сессия завершилась, а значит, можно перевести дух. Закрывать все хвосты теперь только после каникул. Татьяна Горшкова с экзаменами и зачетами справилась на отлично. Она будущий теплоэнергетик. В этом году девушка заканчивает последний курс. И Татьянин день для нее один из самых значимых праздников. Полюбила этот праздник, потому что мало того, Татьяна еще и студент, все поздравляют. Утром отмечаю здесь, в 7-м корпусе всегда по традиции, а вечером уже вот в этом году иду на экскурсию для всех отличников. Памятная дата установилась более 200 лет назад, когда императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. После Октябрьской революции былой интерес к торжеству вернулся в 1995 году с открытием храма мученицы Татьяны при МГУ. С тех пор это день российского студенчества. В университете «Мир» его отмечают на большой перемене. Читают стихи, танцуют, даже соревнуются на лучшее селфи. Самые активные получают татьянки – специальные открытки с изображением студентки-активистки. Очень хорошо, что Татьянин день и день студента – это один и большой праздник. Для меня это праздник вдвойне. Меня поздравляют, я очень рада. Развлекались в этот день спортивно и с огоньком студенты Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Испытанная временем чехарда, кёрлинг и даже состязания в Форт Боярде. Все игры на свежем воздухе, что не дает учащимся стоять на месте. В активном отдыхе задействован каждый. Это действительно праздник для каждого из нас. Это наша добрая традиция. И мы делаем это всегда по-разному, как, например, сегодня. Потому что дружно, потому что в любимом городе, в любимой губернии и рядом со своими друзьями и педагогами. Гуляния, яркие эмоции и задор – то, что навсегда запомнят выпускники университетов и колледжей. Самарские вузы могут гордиться и своими достижениями. К примеру, учащиеся политеха занимают призовые места на Всероссийской студенческой олимпиаде по высшей математике, совершают прорывы и в творчестве. В этом году команда «Волжане» вновь отправится покорять премьер-лигу КВН. Владимир Маркин, Мария Акимова, Владислав Жирнов, Александр Дмитриев, Сергей Павлов. Новости губернии.